Это было грозно. Я готовился к поединку, проходил сборы 2 месяца. Ставил акцент на клинч, на руки, на ноги. Моя подготовка проходила на базе Ахмат Муай Тай Грозный. Мы акцент делали чаще всего на бокс с рук, а потом колени, клинч и так далее. Я знаю Ахмада как соперника, в личную тоже знакомый. Ну, парень хороший, как человек тоже, как боец. Мой соперник Тамерлан Хаси. В прошлый раз мы с ним делали бой, и я его побеждал. Теперь обратно, еще раз хочу победить, и очень настроен на этот бой. Ну, мне предстоит драться в лиге WHMC. Мне предстоит бой без перчаток, на веревках, древний стиль тайского бокса. Я буду драться на этом стиле первый раз. Всю жизнь подрался я в перчатках. Это очень травмоопасно. Мне это нравится. Я хочу закончить поединок без травм. Исход поединка по воле Всевышнего будет досрочным. Ну, день покажется еще. Я желаю своему сопернику Тамерлану хорошего боя и удачи. У меня есть понятие в ринге враги, как бы соперники, за рингом братья. То Ахмаду я желаю поединка, будь готов, будет жарко. Представляю вам бойца в синем углу ринга. Ему 18 лет, рост 183 сантиметра, вес 79 килограммов ровно. За его плечами 2 профессиональных боя. Одна победа при 1 поражении. Представляющий клуб «Золотой лев», Республика Северная Осетия, Алания, Россия, Тамерлан Хасиев. Его соперник в красном углу, ему 17 лет, рост 184 сантиметра, вес 79 килограммов ровно. За его плечами 1 профессиональная победа. Представляющий клуб «Ахмат Муай Тай Грозный» из Чеченской Республики Россия, Ахмат Закиев. Приветствуем друг друга. Команду рефери слушаем внимательно. Правила не нарушаем. Прокажите красивый бой. По углам. Первый раунд.
Друзья, поаплодируйте бойцам. Вот что значит бойцовское братство. В этом бою на третьей минуте первого раунда победу нокаутом одержал Ахмат Закиев. Бойцовский клуб «Ахмат Муай Тай» Грозный. Друзья, ваши аплодисменты его сопернику Тамерлану Хасиеву. И несколько слов от победителя. Ахмат Сила.